От лица Полонского союза благодарю вас за то, что согласились пойти с нами на контакт и сделать первый шаг к сближению двух альянсов. Здравствуйте. Что же, предлагаю еще раз обсудить все нюансы, а потом подпишем документы о сотрудничестве. Да, требования те же. Конечно. Полонский союз предоставит Асамаджи и другим планетам антипиратской коалиции новые технологии и продовольствие. А также гарантирует свободную торговлю между альянсами. Спасибо, что напомнили. Значит, вы готовы подписать документ? Вы слишком наивны, товарищ. Что, простите? Где вы были раньше, когда народы нашего сектора, и в частности Асамадж, страдали от почти что ежедневных набегов пиратов? Где вы были, когда на планету обрушился катаклизм, и мой народ голодал? Или же, когда тривианцы, которых вы так обожаете, совершали провокации? Мы стали вам нужны только тогда, когда уже вам нужна помощь. Если бы не эта напряженность галактики, вы бы и никогда не вспомнили про нас. К чему вы клоните, сенатор Остер? Слишком поздно. Нам уже предложили весьма щедрые условия. Спасибо Киберсану. Вы задержаны.